Привет, мои конфетки! Наконец-таки видео с распаковочкой. Предыдущее видео было туториал по тому, как делать наклейки, как рисовать, там, чем я пользуюсь. Оно будет полезно для тех, кто делает бумажные сюрпризы так же, как и я. Кстати, не знаю, как у вас, а у меня уже новогоднее настроение, поэтому я даже разложила здесь гирляндочку, чтобы нам с вами было немного веселее. Сразу скажу о новиночках, которые есть. Это новиночка, которую много кто просил. Майнкрафт. Герои из игры. Я чуть позже покажу, что нам попало сегодня в ТикТоке, когда мы обозревали новиночки. И новиночка также знаки зодиака. Вот такие вот пакетики слегка помялись, так как наклейка складывалась вдвое. И кое-где образовались вот такие заломы. Но я думаю, это не критично. И, конечно же, знаки зодиака на упаковке и внутри не совпадают между собой. Ну и давайте приступим к моему, наверное, любимому процессу. Это выбору наклеечек. Начнем с новиночек. Здесь у Майнкрафта пакетики все одинаковые, как видите. Выберем любой из них с надписью. Остальные отложу. Из Гомера Симпсона. Ой, я же обещала начать с новинок. Значит, из знаков зодиака давайте выберем сразу два пакетика, так как их много. Ну, собственно, как и знаков зодиака. Одного мы уже сегодня открыли. Давайте возьмем вот такого. И откроем еще два. И вот такого. Ну и давайте продолжим Гомером Симпсоном, так как я уже собралась выбирать пакетик. Давайте выберем вот такой с пончиком. Интересно, какой там Гомер попадется. Также из коллекции подушечки выберем какую-нибудь. Давайте вот такое нежное облачко. Из коллекции Мишки Оппи у нас остался один Мишка. Соответственно, сегодня коллекция закончится, поэтому он у нас в гордом одиночестве отправляется. Так, из фруктов-милашек у нас осталось немного выбора. Ну, давайте вот такого вот веселенького, миленького смайлика. Из Among Us. Давайте откроем пакетик, где много раз написано Among Us. И также выберем какой-нибудь вопросик. Пускай будет синий. Из коллекции гирляндочки мы с вами выберем... Давайте пакетик, на котором написано «Пак». Из коллекции ноготочков у нас осталось всего лишь два пакетика с вами. Давайте откроем один из них, и в следующем видео эта коллекция уже закончится. Из коллекции новогодних стикеров я выберу вот такой подарочек. У нас с вами сегодня как-то невероятно много коллекций, и я прям предвкушаю, что это видео, скорее всего, будет долгим. Давайте выберем зеленую лапку. Пакетик с бананчиками. Из фастфуда мы возьмем яишенку. И из ракушек мы возьмем вот такую вот закрученную. Но перед тем, как раскрывать пакетики, я обещала вам показать, что мы распаковали в ТикТоке. Вся коллекция знаков зодиака в виде котика Пушина или кошечки Пушина, не знаю, как правильно. Но коллекция Майнкрафт не влезла в тот блокнотик, поэтому я завела точно такой же, только новый, и там нам попался вот такой вот герой. Также из прошлого видео, где была распаковочка, помните, что там, где попадались собачки, нам нужно будет вписать их породы. Очень много кто гадал, что это доберман, так я и напишу, вот так вот. Ну а это нам попался спаниель. Ну а теперь мы переходим к распаковочке бумажных сюрпризиков. Здесь у меня первый лежит стикер из коллекции «Море». В принципе, мы можем с нее начать. Она как раз у нас здесь первая и открылась. Давайте же посмотрим, что нам попалось. Нам попалась вот такая вот веселая морская звездочка. Клею ее на место под номером 5. Такая блестящая, яркая коллекция получается. Далее давайте пойдем по порядку. Это у нас коллекция фастфуд. В прошлом видео мы как бы закончили первую страничку, или даже в ТикТоке, честно, я не помню. То есть нам сегодня попадется 100% из второй странички. Распаковываю яишенку.
Какой же нам фастфуд сегодня попадется? И это вот такая вот вкуснейшая картошечка фри. Наверное, нет людей, которые не любят картошку фри. Разве что только те, кто придерживается правильного питания. Ну и они иногда грешат, я думаю. Она у нас под номером 8. Вот такая вот аппетитная получилась. Давайте дальше выберем самостоятельно, не по порядку. Я, наверное, хочу открыть Among Us. Я уже открыла коллекцию. Давайте посмотрим, какой герой, точнее, какого цвета герой нам попался. И нам попался вот такой вот герой. Он у нас под 6 номером на 2 страничке. И какая же шапочка ему попадется, интересно? Так, ой, посмотрите, какой милашка! Ему попался мини-герой. Эта шапочка так мило смотрится, посмотрите на эту милоту. Какая красота! Сегодня мы наклеим последнего мишку Опи, так как вторая страничка уже заполнена. Нам остался последний. И мы попрощаемся с этой коллекцией. Так. И нам попался вот такой вот мишка, влюбленный с ромашками. Открываю, точнее отлепляю и приклеиваю. Вот такая вот простая, но интересная коллекция получилась. Давайте вернемся к первой теме, к ноготочкам. Оп. Так как у нас с вами осталось всего лишь 2 пакетика, интересно, в каком же из них нам попадется много ноготочков, потому что в каком-то из них всего 2 ногтика, а в каком-то будет целых, получается, 5. И он, как ни странно, остался на самый конец. Так, открываю. Сегодня не так все идеально, как могло бы быть. И давайте посмотрим, какие дизайны нам попались. Вот такой вот серенький необычный. И розовый с облачками. Беру свою палитру, так сказать. Я уже ощущаю себя мастером ногтевого сервиса. У меня такие тут дизайны прям, как все полагается. Точнее, все как полагается, такая ромашечка. Получается, что в следующем видео нам должно попасться целых 5 ногтиков. Давайте сразу идти дальше. Дальше у нас фрукты-милашки. Нам попался вот такой вот персичек. И он у нас под номером 10. Вот это новости, ребята. Это наглая рыжая морда. Только что пришел и лег тут, разлегся. Я тут снимаю, значит, клею эти бумажные наклеечки. Ну, я надеюсь, он нам не сильно помешает. Идем дальше, посмотрим, какая коллекция у нас следующая. Следующая у нас коллекция блокнотики. Открываем. А главное, смотрите, какие честные глазки делает. Типа он ни в чем не виноват. Так, какой же блокнотик нам попадается? Вот такой вот крутой, черный с радугой. Очень интересный блокнотик, я бы себе такой хотела. Давайте все-таки наклеим эту наклеечку на первую страничку. И эта страничка у нас уже завершилась. Наверное, я этого маленького баловного котика уберу, а мы с вами идем дальше. Так, коллекцию моря мы уже раскрыли. И фастфуд тоже. Дальше у нас идут собачки. Берем наш пакетик в виде косточки. Сейчас быстренько найду. Ага, нашла раскрывашку. И здесь нам попадается вот такая вот миниатюрная собачка. Я думаю, вы знаете, как она называется, точнее ее порода. Пишите об этом обязательно в комментариях. В следующем видео я подпишу. И эта собачка у нас под номером 6 на 2 страничке. Снова прется пряник. Вот блин. Ну что это за баловный кот? Я не понимаю. Как мне с ним поступать? Я уже открыла страничку с новогодними гирляндами. И давайте посмотрим, какая нам сегодня попадется. Интересно, красивая будет или такая себе? О, классная гирлянда с красными и желтыми огонечками. Сейчас отклею нелипкую ленту и посмотрим, под каким же она номером. Она у нас под номером 4, по всей видимости. Вот сюда, на самый низ. В следующей коллекции, я думаю, мы будем открывать уже по порядку, чтобы долго не думать, какую же открыть. Открываю новогодние наклеечки, точнее, новогодние стикеры. Так, я уже вижу, что нам попался
Вот такой вот Санта на саночках. Крутецкая наклейка. А еще, пока я не забыла, вы мне предлагаете частенько в комментариях сделать коллекцию вопрос-ответ. То есть я должна буду отвечать, по всей видимости, на ваши вопросы. Но, если честно, я не знаю, какие вопросы вам больше всего интересны. Если вам не сложно, то накидайте, пожалуйста, вариантов вопросиков, которые вы бы хотели, чтобы я осветила, рассказала о них. И тогда я сделаю такую коллекцию специально для вас, буду отвечать на них. Ну, вы узнаете больше обо мне, и надеюсь, вам понравится такая идея. Вот такая вот классная страничка у нас получается, прям такая новогодняя-новогодняя коллекция. А сейчас откроем Гомера Симпсона. Пакетик с пончиком у нас был. Ой, пакетик с пончиком нам наколдовал вот такую вот наклеечку, где как бы он встает на весы и видит, что они выдают у него ошибку. Эта наклеечка у нас как раз-таки с первой странички под номером 4. Идем дальше. Дальше у нас коллекция подушечки. В прошлый раз нам попался вот такой карандашик, кажется, если не ошибаюсь. А сейчас посмотрим, какая нам подушечка попадется еще. Так, и нам попалась подушечка в виде котика Пушина. Под номером 1, кстати. Сколько лишней бумаги уходит на эти бумажные сюрпризы. Я вот даже сейчас смотрю, у меня тут целая гора этих распакованных пакетиков. Сейчас я приберу немного. И у нас с вами остались последние коллекции. Это две новиночки наши. Посмотрим, какие знаки зодиака попадутся нам сегодня. И чей знак зодиака попадется, жду от тех плюсики в комментариях. И первый сюрприз — это у нас вот такой вот котик. Я думаю, вы догадались уже, что это стрелец. Здесь вроде не сложно. Пока я его приклеиваю, все стрельцы ставьте плюсики в комментариях, если вы этого знака зодиака. Давайте клеить стрельца, а потом раскрою еще один пакетик. Собственно, пришел его уже час. Час настал. Так, и это у нас вот такая вот кошечка, и это дева. Давайте откроем на другой страничке. Сейчас я снова быстренько отклею. А сейчас жду в комментариях плюсики от всех дев. Так, есть. Закрываю этот каталог, потому что он нам сейчас уже не понадобится, и открываю новый. Нам осталось распаковать только один стикер, и это у нас Майнкрафт. Посмотрим, что за герой. Это у нас, кажется, волк, а не собачка, потому что вот такого серого цвета. И сейчас приклеим. Надеюсь, вам интересно смотреть мои видео, потому что я очень-очень стараюсь всегда для вас, стараюсь, чтобы коллекции были интересными, стараюсь читать комментарии, что какие вы там пишете, предлагаете коллекции, чтобы угодить тоже вам. Этот стикер у нас под номером 2, с первой странички, и приклеиваем его на свое место. Вот такая вот красота получается. Что-то у нас какие-то черно-серые стикеры пока что только попались, но потом будут еще и яркие. Всем спасибо за просмотр, спасибо за вашу активность, ставьте лайки, комментарии, я всех люблю и до новых встреч!